Типичная женщина, которая за все переживает. За все переживает. И которая делает из мухи слона. Раздувает слона. Да. Все правильно, правильно. Одет что? Что вы одеть? Да, кстати, бабушка умерла, да, уже, или жива еще? Нет, бабушка жива еще. Сколько бабушке лет? Бабушке 81. Она живет одна, ухаживает за собой сама? Они в одном месте живут с маминой младшей сестрой, еще младшая дочка. А, еще рядом. Тетя, у вас есть тетя. Скажите, бабушка в деменцию не впала? У нее нет деменции? Нет, нет, нет. Бабушка абсолютно трезво соображающая, адекватная. Адекватно, отлично, отлично. Хорошо. Что вы знаете о дедушке? Дедушка умер, типичный мужчина, работяга, добряк, весельчак, ну, как-то вот, это все, что я помню о нем. Он не пил, он не выпивал, не злоупотреблял алкоголем? Выпивал, немного злоупотреблял, но законченным алкашом не был. Так, он не был агрессивным, когда находился под алкогольным опьянением? Нет, нет. Он, мама, там, тетя, бабушка не говорили о том, что когда дед выпит, он там кричал, ругался, бил, скандалил? Этого не было, да? При мне не было, но бабушка рассказывала иногда, что мог покуролесить, конечно, дома, там, мог там скандал учинить, но это было нечасто. Угу. То есть, в целом, а кем работал дед? Дед был шофером. Угу, понятно. Ну, шоферы, они все выпивают, конечно, и так далее, и так далее. Хорошо, но он был, в общем-то, уравновешенный. Все-таки тревожной была бабушка. Да, да, бабушка была тревожной. Хорошо, теперь что подумают люди, что там скажут, в общем... Ну, она все, ой, боже мой, да, не ходи, будь осторожна, не ходи на речку, да, а то утонешь, ой, не ходи поздно, а то изнасилует, ой, если лед, ой, не ходи, а то упадешь, голову, в общем, короче говоря, понятно. Да. Понятно, конечно, это бабушка. Так, скажите, вот тетя, которая с бабушкой живет, она здорова душевно? Да, да, здорово, душевно. Она спокойная? Да, да. То есть вы на нее не похожи, она на вас не похожа? Нет. Нет. Хорошо. Все. Замужем тетя? Да, замужем, двое детей, и внуки уже есть. Да, и внуки. То есть нормальная тогда. Не лечилась, да, у психиатров? Нет, нет. Хорошо. Хорошо. Теперь о маме. Маме. Вот о мамином характере. Мама больше на бабушку похожа или как? Или на вас? Или вы на маму? Мама между бабушкой и дедушкой. А больше кого? Бабушки или дедушки? Не знаю. Мама всегда говорила, что у меня характер моего отца. Но я вижу, что мама тоже типичная женщина, за все переживающая. О, а мама почему-то считала, что вы похожи на своего отца. Но о отце мы еще поговорим дальше. Надо закончить по маминой линии. Значит, мама тоже переживающая, да? Была. Да, да. Скажите, а вот если сравнивать маму с тетей, они похожи вот по характеру или нет? Похожи, да. Похожи. А чем они похожи? Вы же сказали, что тетя здоровая, а тетя, оказывается, на маму похожа, а мама переживательная была. Ну, мне кажется, наверное, в нашем роду все женщины переживательные. Нет, подождите, давайте не будем в вашем роду. Значит, бабушка точно переживательная. Тетя, я вам спрашивал про тетю, она переживательная или нет?
Наверное, скорее всего, да, да. А в чем? А в чем вы замечали ее? Вот. Почему вы пришли к этому заключению? Ну, за детей, за все. Ой, не ходи туда, там задержалась, а сразу звонит. Да, да, дочери. Да, задержалась, почему не позвонила, убили, попала под машину. Все ясно. Так, мама такая же была? Мама такая же была и даже больше, да. Даже больше. Кстати, мама принимала, мама диабетом, давление, умерла молодой, к сожалению. Вот. Скажите, а мама, в общем-то, не лечилась вот у невропатологов и так далее? Нет, не лечилась. Она вообще к своему здоровью как-то так относилась, она... Ей все некогда было за собой следить. Вот. Ну, у мамы был стресс после смерти моего брата. Подождите, так у вас еще... Стоп. У вас брат был, да? Да, был брат. На 4 года старше меня. Подождите, он умер. Умер в каком возрасте и от чего? Ой, ну это... Это был 2018 год от передозировки наркотиков. О, так вот это же самое важное. Вот вам и идет, скажем, параллели между вами и братом. Вы принимаете эсетилопрама, а амитриптилин, а он принимал наркотики. А сколько лет было ему? 36. Ну вот, а как вы думаете, а в кого он пошел? Вот вы и ваш покойный брат, характеры, скажем так, вот психология, психотип, один и тот же или нет? Он же тоже должен быть тревожным. Вы знаете, нет, он не похож был ни на мать, ни на отца. Вот он какой-то был, вот не такой. Так может быть, он на деда был похож? Ну, скажем так, по маминой линии. Может быть, не знаю. А, кстати, ну вот дед же выпивал слегка, вы же сами говорите. Да, выпивал. Да, и иногда даже мог, со слов бабушки, там и побузитерить немножко, понимаете? Да. Да, вот. Хорошо, скажите, а брат с какого возраста начал употреблять? И какие, сильные наркотики или гашиш, марихуану, этот, каннабис? Когда я заподозрила, что он... Да. 32 года. 32 года. А что он принимал такие? Ну, я же... Да, я же... Честно сказать, не знаю, но это был, в общем, химия какая-то. Я не знаю, как называется этот наркотик. Ну, это может быть синтетический какой-то, да? Ну, наверное, да. Это не опиум, это не морфий, это не, скажем так, это же какая-то синтетическая гадость, да? Да. Да, они сами там это все варили, там что-то это, ну, не могу сказать точно. Ну, понятно, что. Скажите. Ну, в общем... Значит, умер от передозировки, да? Да, да. В каком возрасте, вы говорите? 36 лет ему было. О, в 32 начал, в 36 молодой. Он работал или нет? Да, работал. Кем работал? Кем работал? Фирма по оборудованию, по ремонту заводского оборудования. Он был служащим или он был хозяином? Нет, он был рабочим. А, он был рабочим, понятно. Он был женат? Да, он был женат, у него есть дочь. Начал употреблять наркотики вместе со своей женой. Подождите, так кто кого вовлек? Он жену или жена его? У меня подозрение на то, что жена его. А жена жива или нет? Жена живая, да. Она продолжает употреблять? Нет. Все, после смерти
вашего брата, она пошла и полечилась, или как? До смерти моего брата она была в реабилитационном центре. Угу. Вот, пролечилась, а там, ну, не знаю, что она там делала, я с ней не поддерживаю отношения. Не-не, ну вот. Я понимаю, да. Но, в общем-то, она прекратила. А ваш да. брат, а ваш брат лечился или нет? Нет, не лечился и не хотел. Он думал, что это он в любой момент может это все прекратить. Понятно, все понятно, все понятно. Хорошо, вот все-таки вы мне так и не ответили. Или ответили, что он не мать, не в отца, а прохожего молодца. Все ж таки. Вот мама, смотрите, мама говорила, когда еще была жива, что ты копия своего папы. Да. Это вы. А что она говорила о сыне? Ну, наверное, ничего, я не помню, чтобы она говорила про него, но я так думаю, что он, наверное, в папу был, больше в папу, такой же вот, все в себе. Угу. То есть вашего папу, да? Ну, конечно, да. Нет, но вы же не вся в себе, вы наоборот, вы такая тревожная, да? Вот вы такая, но... как бабушка, как тетя, да? Да, ну это я в маму, хотя мама говорила, что у тебя такой характер, ты как отец, такая вот. А что, вот подождите, давайте уточним, а что мама имела в виду, вот, ваш характер такой, как у отца, вот что она, на что она, скажем так, акцентировала внимание? Ну вот я упертая, гордая, первая не подойду, не признаю свою вину. Если в чем-то виновата. Ну вот. Подождите, а что, папа тоже был гордый и упертый? Да, папа был такой, со стержнем. А что значит со стержнем? Ну вот такой вот он был сильный, независимый, гордый. Все так, в себе. Он постоянно пока. Подождите, но так это может быть и гордый, и так далее, и так далее. Вот. А вы тоже частично такая же, да? Да, да. Частично, но все-таки тревога от мамы. Хорошо. А вот чем брат напоминал папу? Он что, был тоже независимый, гордый? Ведь папа же независимый, гордый. Он же не пил... Папа? Ну, папа же не пил наркотики, не употреблял или употреблял? Папа выпивал, но не был алкоголиком. Подождите, что значит выпивал? Ну, как все обычный человек. А кем он работал? Папа у меня всю жизнь работал по командировкам. Нет, понятно, профессия. Ремонты заводского оборудования, доменных печей. Понятно. Хорошо. То есть папа был рабочий, да? Да, да. Рабочий, вот. Ну, как выпивал? Вот вы помните, папа не хулиганил, не был агрессивный? Нет, не был. Скорее всего, больше мама была агрессивная по отношению к папе, когда папа выпивал. Нет, ну так это нормально. Значит, папа выпивал таки немножко больше. Вы видите, вот что я смотрю. Кстати, а брат начал с 32 лет, как вы думаете, а почему же он начал, а? У него были вечно нелады с женой. Он настолько сильно ее любил, что, в общем, во все тяжкие опускался. Он ее любил, а она его не очень, да? Ну, как она сейчас говорит, очень-очень, но на тот момент я бы не сказала, что она его любила. Ну, хорошо, значит, с мамой понятно, по маминой линии вы ответили, все женщины по маминой линии, а там и мужчин нет, но вот только брат был, вот, и все, так в основном женщины, все женщины тревожные, беспокойные, вот, и делающие из мухи слона, то есть тревожно-мнительные. Хорошо, теперь давайте перейдем на папину сторону, вот. По папиной линии. Бабушка, дедушка, вы их знаете?
Последний раз я их видела, мне было 4 года. Нет, я не помню. Хорошо, что папа говорил и что мама говорила о свекре и свекрови? Мама говорила, что свекор выпивал, и выпивал очень так прилично. Он не был запойным? Наверное, скорее да, чем нет. Скорее запойный. То есть мог выпивать, а потом мог и не выпивать, да? Да, да. Так, хорошо. Так, бабушка. Да, кстати, умерли уже, да, оба? Да, оба. С папиной старой умерли, никого нету. Папа тоже умер. Подождите, сейчас мы дойдем. Скажите, дед умер в котором возрасте? В каком? Где-то 70 лет ему, наверное, было. От чего умер? Не могу сказать, точно не знаю. Не знаете, так. Был психически нормальный, вот, значит, вот в старости или нет? Да, да, ну, не, я не слышала никаких разговоров по поводу, что он был... Понятно, понятно. Бабушка, что известно о бабушке? Что мама говорила о свекрохе? Спокойная женщина была бабушка, уравновешенная. Вот умерла так. В каком возрасте? Наверное, тоже под 70, может, чуть старше, не могу сказать. А точно. Чего не знаете, да? Да, не знаю. Не знаете, иначе дед выпивал здорово, да? Да. Угу. Хорошо, следующий вопрос. Кроме папы, у них были еще дети? У папы было еще 2 брата и сестра. Хорошо, сестра здоровая? Сестра умерла. Я понимаю, что она умерла, но когда она жила, жива, у нее были душевные проблемы? Нет. Семья была? Да, семья была, и в семье все адекватные, нормальные. Понятно. Так, один дядя и второй дядя здоровы, так. Пьют? Или пили? Пили, да, пили. Оба пили, да? Оба пили, да. Как пили? Запойно или ежедневно? Запойно. То есть, что значит запойно? Пьют несколько дней, потом не пьют, потом опять пьют, ну вот так. Ну хорошо, а сколько могли не пить? Не могу сказать точно, с ними рядом не жила, не знаю. Вот завтра у меня, возможно, будет консультация вот такого типа, как у вас. Пациентка пишет мне, вот, что я страдаю алкоголизмом. Значит, приступы пьянства во время месячных и... Еще забыл уже, еще... В общем, короче говоря, вот это и есть. Понимаете, запойное пьянство – это так. Вот человек может неделю пить, несколько дней, причем пьет до, скажем так, до смерти. Он может много выпить, он может не ходить на работу, понимаете, он может валяться, то есть напивается до полных, значит, этих вот положения рис. Вот. А потом какое-то время он выходит из этого состояния и там может месяц, два, там, скажем, абсолютно не пить. Так вот, дяди вот такие были? Да, скорее всего, да, так. Вот это такие плохо, вот. Это плохо, это плохо. Так, и дед был, скорее всего, таким, да? Да, да. Хорошо. Ну, это мама говорила, что дед был запойный. Ну, а я не помню просто его. Нет, так понятно. Мне самая важная информация от мамы, от папы. А что папа говорил о родителях своих? Ну, как-то, ну, знаете, не помню, чтобы мы с папой разговаривали по поводу его родителей. То есть, понятно, ну, то есть он не говорил вам ничего, да? Да, ничего не говорил. Значит, только мама. Мама говорила, бабушка спокойная, нормальная, а дед был запойный пьяница. Значит, откуда вы знаете о дядях, что они вот выпивали? Ну, опять же, от родителей, от мамы, от папы. Плюс папин младший брат жил с нами в одном доме, только мы там на одном этаже, а он на другом. Скажите, они живы, дядя? Нет. Умерли в каком возрасте, от чего? Значит, старший папин брат умер, где-то ему было 44 года. Ой-ой-ой. От чего умер?
Лег и не проснулся. Лег и не... Он пил, да, но вы говорите, пил, да, да, да. Ну, это, пил, да, это, да, пил, это пил. Остановка сердца. И, может быть, аритмия была смертельная. Это, конечно, только... А второй? А второй погиб на заводе, где он работал. Подождите, как это погиб? Что, в пьяном виде или несчастный случай? Нет, он там ремонтировал какое-то оборудование, его придавило. Молодым? Ему было 45. Ну, смотрите, 44, ой, нет, 40... Да, 45. Ну, понимаете, 44, 45, это же... Вот. Может быть, он на похмелье был, может быть, почему придавил. Ну, в общем, никто так и не... Или вдова получала пенсию, или нет? Да, получала пенсию. Нет, на тот момент никакого похмелья не было, потому что там был жесткий контроль на проходной. Нет, нет, это просто такая трагическая... Понятно, 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 он тоже пил. Так вот, вы знаете, значит, к сожалению, вам не повезло. Я могу сделать такой вывод. С маминой стороны тревога. Тревога, вот эти... приступы паники ваши, эти фобии, а со стороны папы еще хуже, еще похуже. Почему? Потому что, смотрите, со стороны мамы никто не лечился. Угу. Бабушка, ну, справлялась, ну, вот она справлялась, тетя справляется, мама справляется, единственное, это вы, значит, уже не справлялись и уже, значит, обращается уже к врачам. Но это нормальный закон, что в каждом последующем поколении болезнь протекает тяжелее, наступает раньше и, в общем-то, протекает гораздо тяжелее. А вот как раз брат ваш, брат, он, конечно, похоже, что он пошел в отцовскую породу. Да, да. Понимаете, хоть мама говорит, что вы и так далее, он пошел там, а там похуже. Запойное пьянство – это, в общем-то, состояние, вы понимаете, по сути дела, если это действительно гипсомания, это прообраз биполярного расстройства, понимаете? Вот. Для меня, например, запойное пьянство – это всегда биполярный, вот. Это вот импульс, наступает импульс, и человек должен пить, он уже не может не справиться, ничего, он теряет рассудок, он пьет, пока он не выходит из этого состояния, вот, причем даже не выходит на работу, вот, а потом он прекращает пить, какое-то время не пьет, работает и так далее.